Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Растения против зомби-герои». Как ты видишь, у нас закончился 40-й сезон. 32-й ранг. Да, именно на нем я и закончил. Так, я в алмазной лиге и получаю значок сезона. Какое-то яйцо, ну и, естественно, пиньята. Смотрим. Так, ну что же, получается 5 паков. Ну, скрестим пальцы и будем надеяться на то, что хотя бы одна легендарочка меня сегодня навестит. Очень сильно этого хочу, ребята. Поехали. Так, смотрим, что нам достается. Блин, пока ничего нового, ребята. Ничего нового абсолютно. По редким. Ага. Так, мега редкие. Вау, вот это круто, ребята, это хорошо. Ух. Да. Не досталось ни одной легендарочки, но мега редкий, ребята, орех. Это круто. У меня уже один такой есть, он мне как раз нужен был второй для колоды. Так, банан мне еще выпал. И вот этот вот, да? В принципе, грех жаловаться. Все очень даже хорошо, ребят. Получаем. На какой ранг меня переведут? Можно мне узнать? 41-й сезон начался у нас. О, на 10-й сразу же. Офигеть. Ну что, давай тогда поиграем чуть-чуть. Так, возьмем, наверное, с тобой. Наверное, слишком громко. Давай, наверное, чуть-чуть убавим громкость. Мне уже бросает вызов. Ребят, ну сейчас не могу играть. Сейчас у меня своя игра. Ну что, начнем, наверное, с... А, погоди, мы же изменить. Точно-точно, я хочу в колоду добавить вот этот вот орех. Надо подумать, вместо кого. Вместо кого его поставить. Давай, наверное, вот так сделаем. Да что такое, не дадут, да? Блин, наверное... Вот потом говорят, почему ты удаляешь нас из группы? Да потому что, ребята, если вы видите, что я не соглашаюсь, ну зачем вот по 20 раз это делать, а? Так, попробуем. Попробуем. Как будто у нас выбор есть. Поехали. Так, подожди-ка. Блин, я что-то, ребят, немножко... Опять, а? Так, кто это у нас? Апан. Апан, еще раз такой будет, я тебе говорю, я буду удалять. Ну да, все нормально. Поехали. Выбираем и начинаем играть. Сейчас посмотрим, кого мне дадут против меня. Так, заразительная сальса 11 ранга. Окей. Так, защитника пока уберем. Вот такую команду я, пожалуй, оставлю. Но так, он ничего не стал ставить. Ладно, я тоже пока потерплю. Размещает двух подтанцовщиков. Вот такое вот начало, друзья мои. Я не знаю, мину, мне кажется, ставить нет смысла сейчас. А с другой стороны, что мне делать? Ага, вот куда мы с тобой мину поставим. Вот сюда. Так, дальше у нас с тобой пойдет, скорее всего, груша. Вход. Ну, а там уже и до крахмала, как говорится, недалеко, да? Так, это пока тратить не будем. Все зависит от того, что он будет сейчас выставлять. Уничтожаем. Ага.
Вовремя успел я уничтожить этого фокусника. Блин, они все потихоньку меня бомбят. Что-то какое-то начало неудачное у нас, да? Да вы запарили. Серьезно, что ли? Эй! Кто там у него? Блин, я не знаю, ребята. Но нам, скорее всего, надо сделать вот так. Воу-воу-воу. Так, ну, защита у нас с тобой сейчас сработает. Окей. Мы с тобой хильнемся. Да, мы с тобой хильнемся. Так, что нам дальше с тобой сделать? Угу. Могилоед нам достался. Ага, вот что он делает. Допустим. Допустим. Так. Сюда мы можем поставить орех. Или же сделать, знаешь что? Вот так. И поставим с тобой защиту. Да, так будет, наверное, оптимальней. Если я его уберу. Да, я его сюда поставлю. У нас все равно с собой защита. Так что ничего он тут не сделает. Окей. Так, минус. Вот таким вот макаром. Дальше. Мина. Это прекрасно. Опа, опа, опа. Вызвал, да? Адьюс, амиго. И вот так. Ну, смотрим. Понятно с тобой все. Так, у нас с тобой еще защита сейчас сработает. Так, выставим сюда, наверное. Хотя даже вот сюда лучше поставим орех. Все, 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 падай, падай. Блин, у нас с тобой защиты больше нету, друзья мои. Неплохо. Ага. С проскоком, да? С проскоком. Хм. Ой, ребят, не знаю. Ну давай попробую сделать вот так. Не спорю, возможно, риски. Возможно, уничтожит. Все может быть. Так, он усиляет своего зомби этого. Но, как ты понимаешь, пробить он все равно не пробьет. А мы ему сейчас зарядим по полной программе. На. Окей. Дальше что? Еще одного защитника поставим, да? Скорее всего, мы еще одного защитника. Или же можно поставить страуса. Ой-ой-ой-ой-ой. Понизит, да? Ну, давай, допустим, сделаешь ты так. А мы сделаем вот так. И что можно здесь еще сделать? Да вот так я сделаю. Поехали. Посмотрим, что он сделает. Так. Слушай, подожди-ка, у него, по-моему... Угу. Наносит 3 единицы здоровья. Урон здоровья, да? Но это бесполезно. Так, сейчас мы этого мелкого уничтожим. Интересно. Ага, вот так вот. Ёлки-то палки. Понавызывал ты здесь, посмотри. Сделаем с тобой так. Сделаем с тобой вот так. Ну, в принципе, и все. Больше нам пока ничего и не надо.
Я думаю, он сдастся сейчас. Хотя, что он будет? Он проиграл в любом случае. Получает и добиваем. Все. Ну что, неплохо начали сезон с победы. Надеюсь, в дальнейшем нас будут только победы ожидать. И переходим с тобой дальше. Так, орешек, орешек. Давай возьмем тогда сейчас... давай цитрона возьмем. Кстати, надо посмотреть, ребята, колоду его. У него такая специфическая колода, если честно, у этого цитрона. Но... сейчас, короче, увидишь. Давай посмотрим, будет ли она работать здесь. Ну, я тебе хочу сказать следующее, что начало сезона всегда легко играется, потому что здесь... ну, и новички выступают, и все, да? Вот, когда уже где-то 20-30 ранг, там уже серьезно все. А здесь можно, грубо говоря, на изи пока, на расслабончике. Но за цитрона тоже хочется поиграть, хотя бы даже на ранних стадиях. Вот это вот плохо. Это мне не нравится. Сюда я ставить никого не буду. Единственное, что я могу, наверное, сделать, это выставить орех. И сразу вопрос возникает, зачем? Не будем пока ничего делать. Пускай он мне наносит 2 единицы в лицо. Это я как-нибудь переживу. Он будет убирать его, да? Он будет его, скорее всего, убирать сейчас, ребят. Сдвигать с этой. Ах, вот как. Все-таки он знал, да? Что я так сделаю. Окей. Все-таки он знал, что я так сделаю. Угу, могилоед. Ну что мы можем с тобой здесь сделать? Блин, я даже не знаю. Уничтожить мы можем с тобой, в принципе, эту могилу. Сумоист. Ага. Поставим-ка сюда с тобой орех. Крахмал мне выпал. Так, защита срабатывает, и у нас... ага. Неуязвимку мы с тобой получили, это хорошо. О, как начинается, да? О, как пошло дело. Хм. Блин, он же будет прокачивать. Он же будет прокачивать. Ладно, я попробую так. Я рискну, друзья мои, я рискну. У него одна энергия есть, правда, он может сейчас... странно, ничего не стал делать. Но прокачивать он будет. И себя, и вот этого. Допустим. Ммм, хорошая штука. Хорошая штука, но, блин. Не вовремя, если честно. Не вовремя. Так, ладно, поставим с тобой сюда горячку. Выбора все равно нету особого, да? Так, горячка. Ну, что нам сделать-то? Я даже не знаю, ребят. Наверное, вот так вот я еще сделаю. Опа. Подожди, а что у меня за... ага, вот он как сделал. То есть, если бы я даже поставил неуязвимку, он все равно бы уничтожил. Понятно. Так, ну это мы крышка. Окей. Кого он сюда поставит, я не знаю, ребят. Мы, в принципе, можем... ох, ё-моё. Так... что можно здесь замутить? Там сумоист. Я почему-то думаю, что там именно сумоист будет. Можно сделать вот так. Вот так. И вот так. Давай посмотрим. Опа-на. Ребята,
Вот кто по нему плачет. Ты понимаешь, да? Вот именно этот взрыв по нему сейчас и будет произведен. Он прокачивает. Ну, этот, конечно, Ханорик выживет, но это уже другая песня. Понимаешь, да, к чему я? И сделаем с тобой... Вот так вот. Ага, делает... Не очень хорошую штуку. Так, у нас с тобой что есть? Сейчас он будет вызывать Гаргантюа, 100%, тебе говорю. Вампир. Серфер. Ну что мы тут с тобой можем сделать? Поставить, например, арбуз. Плюс сделать неуязвимку. Ну и понимаешь, да, что сейчас им всем крышка здесь. Он сдался. Ну и правильно он понял, что тут бесполезняк. Так, ну а мы с тобой двигаемся дальше. До какого сегодня ранга мы дойдем, я даже не знаю, ребят. Ну, давай до 12-го попробуем сегодня. Я думаю, особых проблем никаких не будет. Так, 20 гемов мы с тобой зарабатываем. Ну и двигаемся дальше. Так, теперь я хочу сыграть за картошку. Да чтоб тебя, ну ё-моё, ну кто это? Опять. Вот, ребята, а вы потом обижаетесь. Начинается сезон, лига началась. Ребята, неужели вы не понимаете, что я должен немножко бустануться хотя бы? Потому что скоро отпуск закончится, и я буду играть намного меньше вот игру. Я вначале думал, может быть, сделать по ней стрим. А потом подумал, а как делать по ней стрим, если вы будете видеть мои карты? И кто будет со мной заходить в бои, будет видеть все мои карты. Как бы, ну, немножко несправедливо получается, да? И как бы эта идея немножко отошла на второй план. Так, секунду, что-то мне... Что-то мне как-то не совсем заходит с картами. Именно на картошке. Ладно. Мы можем поставить с тобой малыша этого. А, кактус есть. Ну, кактус — это хорошо. Я понял тебе. Вытянул карту, да, себе? Ну вот что ты там думаешь, у тебя ноль энергии, ты ничего не сделаешь, у тебя нету за ноль энергии никаких карт, или есть? Да нет, не должно быть. Блин, вот это, ребята, меня убивает, а. Поставил карту и сидит теперь там размусоливает. Че размусоливает, фиг его знает. Зомби 346. Давай тогда сдавайся, потому что... Нет, все-таки мозги компасируют, а? Ну что же, уничтожим тогда. Ну что ты там опять-то завис? Ё-моё, блин, вот это вот, ребят, не могу прям. Вот раздражает, серьезно тебе говорю. Слушай, зря я, конечно, малыша этого поставил. Надо было сюда влепить кактус. Что-то я как-то поздно понял, что здесь бы кактус зашел вообще на изи. Хотя, мы можем с тобой его немножко... Ну да, укрепить. Я, наверное, так и сделаю. Я укреплю его чуть-чуть. Ага. И кактус у нас тут, да? Кактус я поставлю сюда. Посмотрим, будет он уничтожать или нет. Просто самому интересно. Или он будет водолаза перемещать на воду? Хм, не знаю, ребят. Зомби 346, либо очень-очень дотошливый игрок сидит там и каждый ход размусоливает. Либо он испытывает мою нервную систему на прочность. Специально вот выжидает время до последнего. Так,
Ладно. Сейчас он, наверное, скорее всего, уничтожит мне кактус, да? И тем самым поймает меня, как говорится, за воротник. Ну что ты там? Ну, ё-моё, ну... Так, ладно, я пока обдумаю, что мне делать. Мне либо выставлять крахмал. О, как. О, как он делает. Плохо, ребята. Хотя, почему плохо-то? Поставит он сейчас ландшафт сюда или нет? Если поставит, то будет не очень хорошо, на самом деле. Ну, я думаю, ты понимаешь, почему я поставил ландшафт сюда, неуязвимки. Чтобы спасти вот этого малыша. Потому что кактус в любом случае погибнет. И выпустит иголки. Так как у этого малыша всего одна единица ХП, он бы погиб. Можно было бы, конечно, дождик вот этот проливной сделать. Он дает нам 1-1, но все равно, ребят. Что, 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 что? Вот он как делает. Вот он каким образом сделал, да? Хм. Да, обстановочка накаляется, ребята. Ну чё, поставил этого дельфина. Зомби с дельфином. Ну, я могу, например, поставить туда крокодила. Но мне кажется, мне лучше сделать немножко по-другому. Поставить вот эту грушу. Поставить эту грушу, да, и нанести ему 4 в лицо. Вот так я сделаю. Поехали. Посмотрим, что он там может применить за 2 энергии. Размещает зомби. Прикрывается. Понял. Просто прикрылся. Так, теперь либо крокодила ставим с тобой, либо крахмал. Он ничего не стал делать. Давай я тогда сделаю вот так. И вот так. Просто хочу глянуть, что он будет делать сейчас. Он может уничтожить мне крокодила, если у него есть. Он сейчас может только одни заклинания использовать. Он, во-первых, меняет мне ландшафт. Ландшафт меняет. Так, он будет получать дополнительную энергию, поставив любого зомби сюда, да, на эту, на эту полосочку, на этот ландшафт. Ладно, хорошо. Что мы тогда будем делать? Мы можем поставить защитника с тобой. Упс. Я не помню, что он делает, ребята. Так, при нанесении урона растению героя перемещается на случайную линию и оставляет на своем месте случайного зомби. Ой-ой-ой, ну хорошо, давай попробуем так. Неужели он его сюда сейчас переместит? Просто интересно, что он будет сейчас делать. Крокодила уничтожил, а? Гаденыш этакий. На тебе. Ну что, 5 хп у врага. Этого мы с тобой сейчас уничтожим через виноградину. Ага, ага. Вот ты как. Смотри, что творит. Смотри, что творит. Ну что же, мы с тобой тогда делаем вот так вот. И вызовем крахмал. Поехали. Ну что же, неплохо. Неплохо, ребята. Так. Ну что, давай сыграем
А за кого сыграем? Нет, конечно, хотелось бы за все растения героя сыграть. Но, ребят, у многих вообще нет достойных, как говорится, карт, колод. И поэтому мне приходится именно играть теми, кем я могу. Можно попробовать за капитана Огонька еще сыграть. Я за него давно не играл. Но мне кажется, что я проиграю почему-то. Ну, как говорится, на начале можно себе это позволить, да? На начале сезона. Это уже дальше такие ошибки не будут тебе прощаться. А тут пока все можно. Так, ну в принципе, вот это вот пока мы уберем. И пум-пум-пум-пум. Наверное, вот это уберем. Оу, ё-моё. Слушай, я не понимаю, зачем вот этого-то я взял? Только лишь ради добора? Не пойму никак. Поставим сюда бонг-чой. Посмотрим, что-нибудь у него есть. Вот, размещает двух. Окей, то есть мы получаем 4, он получает 3 в лицо, да? Ну, потом мы можем с тобой одного убрать. Ага. Немножечко меняются у нас планы с тобой. Так, он дает нам сколько? 4. 4 к атаке. Слушай, нам, скорее всего, вот этого надо убить. Убить через фруктовый микс. Блин. Кто там у него? Вот фиг знает, ребят. Давай вот этого, наверное, мы с тобой все-таки завалим. Кто у тебя там? О, тетя, вот это плохо. Это плохо, ребята. Значит, напирать, когда играет. Так, давай защиту. Так, минус 2, минус 2. Так в плане? Ай, блин. Не минус 2, а плюс 2-2, господи. Плюс 2. Ёлки ты палки. Ну вот что вот он там сделал. Я не знаю, ребята, что у него там стоит. Так, мы можем с тобой сделать следующее. Тут прикрыться. Это раз. Здесь сделать вот так. Плюс вот так. Давай смотреть, кто у него там. Ох, ё-просоте. Ну, посмотрим, к чему это все приведет. Так, этого уничтожаем. И получаем в лицо. У нас с тобой карт вообще мало. У него больше на одну. Блин, сейчас еще зомби появится здесь. А, вот здесь вот. Так, ну что нам нужно с тобой сделать? Фиг его знает. Могу только одно предложить, вот так вот. И опять же мы с тобой получим 3 в лицо. 3 в лицо. Так, ну ладно, защита сработает. Блин, а это-то зачем мне? Это-то зачем? Все, ребят, дела очень плохи. Ну, капитан Огонек, ребят, вот такой вот он. Специфический класс. Видишь, не повезло мне с картами. У него 4 карты, у меня 4 карты, у него стол. Так, ну защита сработает. Что он там дает? Я не помню, какие у него там еще есть плюшки у нашего. Ой-ой-ой. Я могу, наверное, сделать вот так. И вот так. Что там у него? Зомби с кровожадностью, да? Окей. 2 энергии. Неужели хочет убрать? Перемещает зомби. Куда, сюда, что ли?
Ага. Так, что мы там с тобой зарабатываем? Растение наносит бонусную атаку. Слушай, ну это хорошо. Блин, а вот это плохо. Что там, зомби получает? Блин. Вот как вот мне его подбить? Хотя, подожди, есть идея. Этот наверху или на ландшафте? Блин, сверху. Ёлки-палки, заморозка, да? 5,4,9. Ну что, друзья мои, только один вариант. Прикрываться. Вот так вот. Так, сколько мы сейчас ему нанесем? Раз. Два. Нам нужно нанести три удара. Сейчас посмотрим, что нам выпадет. О-о-о. Ну, слушай. Ну, слушай, есть. Нету. Нету, ребята. Раз, два, это четыре. Блин, все, я понял. Знаем мы такую тактику. А что это он погиб у меня? Он что-то успел разве сделать? Ну, вот такой вот капитан Огонек, ребята. Неудачный эксперимент, ну... Что я могу тебе сказать? Ну, провалились. Давай играть за Бонг Чой попробуем. Выбрать... Так, что-то мне дают какие-то усиленные немножко ранги. 12-й. Так, травяной кулак против Гаргантюа. Поехали. Так, ну в принципе неплохо для начала. Выставляем с тобой орех. Я больше чем уверен, что шар у него имеется при себе. Ну-ка, проверим. Ну, я так и думал, что шар он имеет. Любой разгром при себе должен иметь шар. Блин, мне пока некого ставить, к сожалению. Пока некого ставить. У меня только с четвертого хода начинается, да? Опа-на. Уж не знаю, кто там, ребята, у него. Ага. И что получается? Обмен. Блин, надо было мину сюда. Ну, я же не знал, ребят, кто там у него. Опа, опа, опа. Вот это плохо. Так, 1-1, затем наносит. Ладно, придется потратить. Ну, что поделаешь. Зато урона избежим. Но мне это не нравится, что он начинает уже вызывать Гаргантюа. То есть я уже предполагаю, что у него колода на Гаргантюахах, да? О, как. А что, если я вот так вот сделаю, к примеру? Чё там? О! Окей. Убрал. А-тя-тя! Блин, ребята, а мне и сделать-то нечего. Мне и сделать нечего здесь, понимаешь? Он 6 атаки, да, нанесет. Давай вот так вот.
6 атаки. Так, что мы с тобой можем здесь сделать? Да ничего. Угу. Прикрыться орехом. Ну давай я прикроюсь орехом. Раз уж такая вот пляска у вас пошла. Так. Поехали. Что он там, атаку понижает? Пускай понижает. Естественно, защитнику. А, во как. Хм. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Это плохо, друзья мои. Ага, эволюцию можем сделать. Ну, с этим разберемся, тут понятно все с ним. Курицы эти нелепые. Эволюция. Так, допустим. Допустим. Я даже не знаю, что сделать. Давай так вот бомбанем. Блин, 6 в лицо, конечно, блин, неприятно. 6 в лицо, это неприятно. Карт у меня нету. Усиливает, да? Блин, ну еще защита сейчас сработает у разгрома-то. А объедки он взял для чего? Чтобы этого прокачать. С энергетиком, чувачок. Ага. Я тебя понял. Не, ребят, тут нифига не получится. Этот мне не выпал. Сдаюсь я, короче. Этот мне не выпал. Как его называется? Мох. Это была колода заточена под него, под мох. Потому что я должен был его прокачивать, соответственно, наносить урон. То есть, ну вот основная у меня компания. Это орех. Это у нас картошка и цитрон. За которые я могу еще играть. Потому что... Даже вот он вышел, я не мог его ничем уничтожить. Вот этот вот Гаргантюа зомби, который читает комиксы. Мне даже его нечем уничтожить. Ни снаряда, ничего нету. Понимаешь, да? Так, давай посмотрим, что у нас получится здесь. Если будет такая же, например, колода, которая была только что, то, в принципе, шансов здесь у него на выживание мало, потому что у меня выпала груша. Плюс у меня есть защита на один ход. То есть я могу пережить любую атаку. Ну вот то, что, конечно, яблонька выпала. А, вот еще у меня есть. С ракетой вообще, ребята, можно не волноваться. У него выживут только кто на воде и кто на возвышенности. Вот эти три ряда можно просто гасить смело. Опа. Так, ну мне, естественно, поставить пока некого. Потому что опять с рукой что-то не особо хорошо зашло. Неужели это колода спортивных зомби? Такой тоже может быть. Так. А это интересно. Поехали. Угу, допустим. Даже вот так вот, да? Этого... Ага, секунду.
Вот как он сделал, да? Хорошо. Мы это дело с тобой попробуем пережить. Поехали. Так, он прокачивает. Это же тоже спортсмен, по-моему, да? Он будет его прокачивать еще. Он будет его прокачивать. Так. Смотрим. О, горячка. Против этого самое то. А вот это уже хуже. А вот это уже хуже, друзья мои. Потому что, блин, ну потому что вот так вот. Ну что? Блин, 6 в лицо. Ну ладно, там защита сработает, фиг с ним. Давай, поехали. Правда, у него одна энергия. Шарная она есть, да? Шаром он может размазать крахмал мне. Нет, он ничего не стал делать. Странно. Вот этот вредитель. Вот так вот, видишь? Блин, не сработала защита, ребята. Сейчас начнется выкладывание. Сейчас начнется выкладывание, да, значит? А? Пошло, поехало, да, как говорится. Ну что, этого бомбанем. Блин, ну что это мне даст? У меня защитник. Где у меня защитник-то мой, а? Че это? Блин, я не знаю. Ну давай вот так вот поставлю. Фиг с ним. На пробу. Посмотрим. Есть у него там что-нибудь или нет, чтобы уничтожить? Я-то его пробью, вот. По-моему, тут проигрыш, мне кажется. Был бы защитник у меня, но его нету. Он мне не выпал. Здесь обмен. Здесь я уничтожить его должен, по идее, да? Здесь 6 в лицо, ну, не попадет, потому что сработает защита. Что такое разгром? Опять испытываешь мое терпение? Да ладно. Ты такую вот комбинацию сделал для того, чтобы сдаться. Ну что ж, спасибо за такой щедрый подарок. Но здесь, ребята, спорный вопрос, на самом деле. Кто бы победил, кто бы проиграл. У меня очень много карт, которые массовые, так сказать, атаки. Но у него вот этот вот маг, который усилил всех зомби на 1+1. Это, я считаю, ребята, вообще это имбовая карта. Очень имбовая. Таких карт не должно быть, которые дают всем, абсолютно, даже которые у тебя в колоде лежат, прибавку в 1+1. Как бы это перебор. Так, ну что, у нас с тобой супермозг. Супермозг, значит так. Будет на что, на чем играть? На кровожадности, что у него еще есть? Да у него много чего есть. На антигероях может сыграть. Так, ну ты понимаешь, да, что вот этот ландшафт я ему уберу. Он сейчас кого-то, конечно, поставит сюда, это понятное дело. Вопрос, кого? И поставит ли вообще? 3 энергии у него есть. Он может только применять заклинахи. Если он сейчас поменяет мне опять ландшафт. Ага. Ну и что ты сделаешь? Даже вот так вот. Ой, ребят, ну вот по мне это самое глупое, что я видел. Серьезно тебе говорю.
самое глупое. Почему? Ну, смотри. Вызывает он этого ханорика, да? Получает он энергию. Смотри теперь внимательно. Я делаю вот так. И делаю вот так. И что? У него 4 энергии. Ну что? У любого. Ну, у тебя... Эй, я тебя умоляю, парень. Какой ты 13 ранг? В принципе, должен соображать, что делает. Ну, извини меня. Вот в этого втюхать уклонение... Нет, это, ребят, не то. Я, конечно, не знаю, что у него там вообще на уме. Может быть, сейчас он там супер-пупер что-то сделает. Но мне почему-то сомневаюсь в том, что он что-то здесь вообще сможет теперь прокрутить. Ну что я сейчас? Я поставлю крахмал за орех, могу влепить. Даже если у него будет кровожадность, если он ее так сделает, да? С помощью бесенка. Я не знаю, ребят. Кукуруза есть, я могу кукурузой прикрыться, если он бесенка вызовет. Я могу молотком огреть. Да он, по-моему, сдался, все, он тут понял, что, ребят, ничего не светит. Видно, выпала ему ерунда какая-нибудь в руку. И он решил вот просто вот так вот просидеть, чисто, типа, вышел из игры. На самом деле он понял, что он все, ребят, сфейлился. Ну все, 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 давай. Ожидание соперника. Отключился, типа, ага. Так, друзья мои, ну что? Ну, давай попробуем тогда дойти до 13 ранга. Раз уж очень много сливов идет. Именно потому что противники просто сдаются, уходят. Мог бы, как я, просто взять и сдаться, и все. Мне кажется, это более честнее, да? Чем что-то там сидеть, ныкаться, что-то там. Ой. Ребят, ну это вот хуже не придумаешь. Вот руку хуже, чем сейчас вот у меня, не придумаешь. Я серьезно говорю. Это что за бредятина? Это что мне выпало? Трэш какой-то, просто трэш, ребята. Да. Ну что, сейчас он... Что он сейчас делает? Он мне заменит, ребята. 100% лужайка, потому что он не стал ходить. Энергии у него 2 штуки. Вот, я так и думал. Тебе это ни о чем не говорит? Незнакомая комбинация. Угу. Энергию, да, берешь? Хорошо. О, даже как. Так, допустим. Давай я вот так сделаю. Просто хочу посмотреть. Кто у тебя там, сумоист? Ну да, сумоист. Он его сейчас сюда поставит, ребят. Он его поставит сюда. Допустим. Что дальше? О, как. Явилось тут явление. Блин, а мне, ребята, нечего сделать. Давай, защита. Так, прикроемся. Чтобы не получать тут урона. Так, окей. 5 энергии всего лишь, 5. Ему только лишь на шипы ставить кого-нибудь. И он ставит. И он ставит. А мы с тобой что сделаем? А мы с тобой, наверное, поставим крокодильчика, да? Вот сюда. И смотрим, что он будет делать. Так, ну этому крышка. 2 в лицо, плюс еще 4 в лицо, блин. 7 хп останется у нас. Уничтожить всех здесь зомби на земле? Как вариант, можно и так сделать. А ты запарил, а? Давай сделаем, короче, с тобой вот так. Да и вот так, наверное. Зомби-астронавт размещает. Смотри, а. Какой жук, до последнего дерется.
Так, мы с тобой получим 2 в лицо. Это 6 хп, да? Но мы сейчас еще восстановим с тобой 2 единички. По-моему, 2 или 1? 1. Кого хиляет? Свои... Зачем, ребята, это я не понимаю. Так, мы с тобой можем сделать... Сделать одну очень хорошую вещь. Вопрос в другом. А нужно ли нам эту вещь делать? И как сделать? Это водованем. Здесь прикроемся, к примеру, да? Можем сделать с тобой 6. Тогда 3 в лицо получим. А, нет, все нормально. Смотри, мы с тобой сделаем вот так. И вот так. Просто хочу глянуть, что будет. Что там? Ага, ну это фигня, ребят. Поменял ландшафт. Допустим. Ты ведь понимаешь, что мы сейчас... как тебе объяснить-то? Мы сейчас поставим защитника. Мы сейчас поставим с тобой защитника. Он может его уничтожить, понятное дело. Тогда мы можем сделать с тобой немножко по-другому. Давануть. Поставить песика. Бонусную атаку наносит. О как. Хорошо. Хорошо, бонусную атаку нанес. Нет, это вот не нужно. Это все не нужно. Ну что, будем надеяться, что у него нету. Нету. Тогда все, тогда победа за нами. Сейчас у него, правда, сработает защита. Что там у тебя? Я не знаю, что за карту он там вытянул. Ну ты знаешь, что если я сейчас вот сюда, вот на ландшафт поставлю неуязвимку, то это все. А я сделаю это. И еще вот так вот сделаем. И буду смотреть, что он будет делать. Понятно, сдался. Но тут, естественно, друзья мои, тут очень тяжело в данный момент вообще пробить. Ну, я тебе обещал сегодня дойти до какого? 13 ранга, да? Мы, в принципе, с тобой дошли. Мы дошли, получили еще 20 гемов. Скоро у нас будет достаточно гемов, и мы с тобой... Героев нам уже не купить с тобой, так получается? Герои у нас все, по-моему, приобретенные. Я могу, конечно, ошибаться. Так, ну, здесь все, и здесь тоже все. Ну, естественно, ребята, великануса у меня нету, потому что он не дается пока. И здесь у меня... Каротин тоже отсутствует. Значит, у нас остается только один вариант, ребята. Это покупать паки. Ну, для этого будем копить гемы. Ну что, друзья мои, на этом я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!